здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами созванивались. Говорят, у вас тут вкусную каурму готовят. Вот как раз барана забили, пора разделывать. Давайте. Спасибо. С чего начинается процесс приготовления каурмы? Ну, всегда в гагаузских семьях, в вулканьешских семьях приготовление каурмы начинается с выпитого молдавского вина, гагаузского вина, выращенного на наших прекрасных солнечных просторах. Поэтому предлагаю вам тоже попробовать. И сразу и познакомимся. Хочу вам представить моего друга, чебана со стажем, Руслан Петрович Павлёглу. Долгое время занимается выращиванием скота, производит домашнюю каурму. Только в прошлом году ему на рынке нашем вулканьешском удалось продать более 300 голов в каурме. То есть опыт в производстве данного продукта и национального продукта у него есть. И поэтому Руслан Петрович сейчас научит меня вместе с вами, как готовить правильно гагаузскую вулканьешскую каурму. Для начала стакан вина. Как говорят у нас, салы калаверсен. Салы калаверсен. Теперь главному шеф-повару нальем. Сал калаверсен. Ну что, начну я. Во-первых, давайте мы еще раз познакомимся. Меня зовут Роман Тютин. Очень приятно, что вы пришли к нам в гости, ознакомиться с этой давней традицией. Начинается подготовка каурмы это со снятия ненужных видов мяса. В первую очередь это жир, который наружный жир, который не применяется в приготовке. Его отделяют от мяса, вы видите. Весь другой жир, внутренний и так далее, его собирают отдельно, его растапливают и, соответственно, потом в нем готовят. Также очень серьезное внимание мы уделяем это очистка мяса от лимфоузлов, потому что лимфоузлы дают баранине неприятный вкус, такой специфический. Поэтому каурму делаем и после удаления лимфатических узлов. Баранина она обязательно должна быть 2-3 лет, 3-летняя. Поэтому всегда берется старая овца или старый баран, и только из него готовится каурма для того, чтобы она сохранилась. Почему это делается? Ну, во-первых, у нее достаточно жира, и в этом жире потом легче этой каурму хранить. Ну, для начала салы калаверсен. При этом, как начали вообще производить данную каурму? Ну, нарезаю, да? Гагаузы это раньше были кочевым народом, поэтому всегда приветствовалось, чтобы блюда, которые они готовились из жирных видов мяса. Баранина таким является. При этом, почему это происходило? Ну, во-первых, мясо лучше хранится, когда оно засолено и в жиру. Далее, есть несколько методологий приготовления каурмы. Ну, мне известно три. Первое, это у нас она в городе очень редко применяется, она пришла вот с Камрадского района. Там предварительно сначала барана варят до тех пор, пока этот баран не отойдет от кости. В вулканьешках такой метод не применяется. Мы применяем два метода. Первый метод это баран разрубливается, вместе с костями кидается в казан и тушится на медленном огне. Но вы знаете, что рынок, конкуренция, люди сейчас хотят получать готовый качественный продукт, поэтому ушли от этого метода и барана полностью разделывают до костей. Кости выкидывают, а мясо в чугун и готовят его на огне очень долго, около 3-4 часов. Поэтому вот мы сегодня с вами будем готовить по третьему последнему способу. Мы отделяем мясо полностью от костей и после этого будем обжаривать его и тушить с применением разных видов
перца, думати, специи там и так далее. Как доходим до того, чтобы начать разделывать барана? Ну, во-первых, барана сначала режут, потом в обязательном порядке мясо должно остыть. Его подвешивают в подвале хотя бы на 2-3 часа минимум. Но желательно, чтобы это было чуть побольше. Мы его с вечером забили для того, чтобы туша полностью остыла. Почему? Потому что, ну, во-первых, удобнее его разделывать, во-вторых, жир легче отходит от мяса. Поэтому мы таким образом поступили. Чем удобен этот продукт? Во-первых, в любой момент можно отрезать кусок, подогреть, и ты будешь кушать такую же горячую каурму, как только ты вытащил ее с чугуна. Либо добавить ее в другое блюдо, там в рис, в картошку и так далее. То есть это уже, во-первых, ускоряет процесс приготовления разного рода блюд, а во-вторых, это очень вкусно и приятно есть такое мясо. Мы взяли небольшую тушу, 25 килограмм, и по всем расчетам мы должны получить где-то 10-12 килограмм готовой каурмы. По времени сколько уходит, чтобы разделать такую тушу? Ну, все зависит от мастера. Вот, допустим, Руслан Петрович спокойно может эту тушу разделать минут за 40. Но если я возьмусь, то, наверное, в 2 часа уложимся. Но все зависит от количества прожилок или от самого мяса. От чего вообще это зависит? Ну, зависит от мастерства, во-первых. Потому что наши предки резали так барана, чтобы кости не рубить. То есть нужно обязательно там позвоночник всунуть там, где нужно, нож, для того, чтобы потом эти кости не оказались в каурме. Почему? Потому что если они попадают на зуб, не очень приятно, могут даже и повредить. Поэтому все делается так, только ножом, без топора, для того, чтобы... Поэтому, и, кстати, мы и не готовим по второму рецепту, это когда мясо рубится, кидается в чугун и ждется, когда оно отойдет от этого. Потому что, ну, во-первых, чтобы люди не страдали, раз, и второе, это удобнее для приготовления. Вообще, сколько уходит времени на приготовление всего блюда? Ну, минимальное время это около 5 часов. Почему? Потому что баран должен тушиться на медленном огне. Потихонечку принимая те специи, которые мы будем туда периодически вкладывать. А также очень много времени уходит на растопку жира. Почему? Потому что жир очень тяжелый сам по себе, и он очень туго растапливается в чугуне. Сейчас вы видите, вот достали уже филе. Видите, какое оно мощное, большое. Это показывает то, что действительно баран созрел для того, чтобы его приготовить в таком, для такого блюда. Каждый из чабанов держит в секрете блюда. Почему? Потому что у каждого есть специфический вкус. Кто-то делает его более горьким, говорится аджилы каурма. Кто-то делает средний, кто-то делает с чабрецом, кто-то без. Поэтому, ну, это секрет каждого, наверное, хозяина. Почему? Потому что ну, есть такие традиции, что он говорит, мы будем покупать вот только у семьи Павлёглу. Почему? Потому что вот у него она жирная, упитанная и так далее. А если кто-то, наоборот, не любит жирную, покупает у других. Поэтому тут на вкус и цвет товарища нет. Но сама общая кулинарная схема приготовления у всех фактически одинаковая. Вот я вам сейчас до этого рассказал, что вот есть три вида, три возможности приготовления. Поэтому, ну, у каждого есть свои плюсы и минусы. Почему? Потому что если ты до этого барана сварил, а потом его обжариваешь, то он хуже хранится. Почему? Потому что жир всплывает, потом его опять растапливают. Ну, тоже долгая история. Я люблю, чтобы каурма готовил в собственном соку. На медленном огне, мы понимаем, что туда вообще минимум специй это соль, сахар, красный перец, черный перец, чабрец, ардей и все. И по вкусу домати добавляешь, это перченая паста, да, и она приобретает хороший такой розовый цвет, и то есть, ну, это вот уже понятно, что это 100% это каурма приготовлена в Вулканеште. Почему? Потому что в Камрате они делают белую каурму. То есть не используют домати в приготовлении. Вот вы видите, что Руслан полностью
отделяет все жилы и скидывает их в отдельный таз. Почему? Для того, чтобы в каурму не попадали такие плотные куски мяса, чтобы она не тянулась, чтобы ее легче было прожевывать. Отделяются все жилы, вытаскиваются. Поэтому вот именно в их семье каурма получается более мягкой, потому что они максимально убирают с мяса вот эти вот не очень комфортные для жевания, так скажем, части туши. Почему чабаны очень часто рано утром они готовят из нее яичницы? Кусок каурмы сначала обжаривают в сковородке, туда потом кидают 2-3 яйца. И это очень плотный завтрак. Почему? Потому что неизвестно, когда чабан придет с поля и сможет покушать. Поэтому он набирает сейчас максимальное число жиров, витаминов. И вот на этом завтраке они спокойно могут целый день даже ничего не кушать. Вообще каурма очень калорийное блюдо само по себе, но при этом очень вкусное и очень полезное. Почему? Потому что бараний жир раньше использовался в лечении от туберкулеза, в лечении от кашля, от бронхи. То есть наши предки были как бы не... у них не было прямого доступа к медицине, поэтому они вот пользовались такими народными средствами. И лечили себя вот при помощи даже этого продукта, как холодная каурма. Мы с вами наблюдаем, что вот уже разделка туши фактически подошла к завершению. Вот вы видите, из всей туши сколько отходов. Это вот этот таз с отходами, это кости, прямые отходы. И вот что остается напрямую людям, которые будут приобретать этот прекрасный продукт. Это вот чистое мясо, без никаких жилок, без никаких... лимфоузлов и так далее. Поэтому сегодня и поднимается цена на этот продукт, потому что качество его производства растет. Меньше уже добавляется жира для того, чтобы там холестерина не было. Там, есть разные любители каурмы, поэтому вот мы хотим, чтобы люди знали, что да, действительно, ты покупаешь овцу там 25-30 килограмм, а из нее фактически остается от чистого мяса около 10 килограмм. Поэтому и цена на это мясо растет. Что мы уже видим, что у нас мясо почти готово. Для того, чтобы придать мясу пикантный вкус, сейчас мы добавим все необходимые специи. Первое – это смесь черного перца, красного перца, ардея и, соответственно, паприки. Ну и есть еще одна изюминка, но мы ее не будем называть, для того, чтобы не раскрывать секрет этой прекрасной вкусной каурмы, для того, чтобы вы приезжали в Луканешт и пробовали ее здесь. А также вот добавим еще и веточку чабреца для того, чтобы был насыщенный вкус у этой каурмы. Чабрец придает неповторимый вкус, поэтому гагаузы очень часто его используют в приготовлении гагаузских блюд. Ранее мы также добавляли и думати, соль по вкусу, лавровый лист, соответственно. Сейчас вот буквально еще 10-15 минут, и каурма будет готова. Мы дадим ей немножко остыть, и после этого начнем заполнение в белказин. Сейчас уже забивается каурма никозиновую пленку, для белказиновую пленку. То есть это уже завершающая фаза. Мы наблюдаем, как при помощи палки запихивается, прессуется. Также туда вливается в обязательном порядке бараний жир, для того, чтобы она хорошо сохранялась. Видите, по чуть-чуть добавляется. Этот жир тоже
протекает между мясом, и он фактически является той основой формы, которая фиксируется при помощи бараньего жира. Затем каурму ставят в перпендикулярном состоянии для того, чтобы она не теряла форму. Поэтому, думаю, в течение 3-4 часов она остынет, ее можно будет употреблять, как холодную каурму. Так придерживать? Да. Мясо такое нежное. Ну, видите, оно уже практически разварено. Сейчас оно вот дойдет до того вкуса необходимого. Почему? Потому что еще не все специи впитались в мясо. Когда она уже остывает, она приобретает и соль, приобретает и те специи, которые мы туда добавили. Это и черный перец, и красный перец, паприка, это чабрец, лавровый лист. То есть все для того, чтобы каурма получилась очень вкусной, сытной и, главное, калорийной. Вот это получается настоящая вулканежская холодная каурма. Ну что, на этом мы завершаем производство вулканежской каурмы. Это давняя традиция, мы уже об этом говорили, обсуждали. Ждем всех в гости в Вулканежский район. Попробуйте прекрасное блюдо, которое приготовилось не только у нас на кухне, но и в других местах. С таким приятным мясом можете ознакомиться у нас на рынке, она постоянно находится в продаже. И думаю, что тот пример, который мы здесь показали, тот рецепт приготовления каурмы пригодится где-то кому-то в домашних условиях. Вам спасибо за радушный прием. Вам огромное спасибо. Надеюсь, тот опыт, который мы вам передали, и вы его опубликуете на своих страницах. И хотим, чтобы вы передали своим родным ту прекрасную каурму, которую мы вместе с вами сделали. Надеюсь, она всем понравится. Спасибо вам большое. Обязательно опробуем. Ну, еще и главная традиция. У нас, как всегда, говорят, на посушок. Стакан гагаузского вина. Столько вина сегодня выпила.